Как настрой? Боевой. Все, Коля, пошел, Коля, пошел. Коля. Какой у нас? Синий. Невероятно интересный маршрут Абалак-Тобольск для пловцов. Кто плывет сегодня? Сегодня плывет представитель тобольского зимнего плавания. Он идет на всю дистанцию. Тюменцы, два клуба Аквайспорт и Маржи Тюмени. Очень нам составляет трудности обмеление реки и практически без течения. Андрей, это для вас семечки или это все-таки опасная дистанция? Это никогда не семечки, это иртыш. Это очень-очень серьезно. Самое главное, не допустить предельную усталость спортсмена. Для этого у нас с ними плывут саперы. Ребята, которые смотрят, разговаривают, общаются с ним непосредственно. Угу. То есть, если только что случилось, если зло поделось, катер пошел менять. Угу. Хочет того спортсмен или не хочет? Решил так сапер, так и будет. Это популяризация закаливания и именно этого маршрута. Абалак-Тобольск, да? Маршрута, во-первых, маршрута, во-вторых, закаливание. И в-третьих, открытая вода. Плавание на открытой воде. Скажите, как все прошло? Замечательно. Что было трудное или ничего трудного не было? Когда второго участника увидел рядом с собой, началась борьба. Началось самое интересное. Холодно? Нет. Отлично.